Здесь поставить, здесь, по-моему, а, нет, нет, галочки здесь не ставится. Вот здесь галочка ставится. Ну, запись all finished, процесс завершен. Следующую, да. Так, не ставить? Ну, обязательно. Здесь обязательно, да? Показать все, да. Кладовочка. А, кладовочка. Что? Запоминающаяся. Ну, зовут облако, там, сторич, ну, а для русского-то человека кладовка, господи. Понакидал туда это самое все необходимое и храни там. Мне тоже это самое пеняли то, что я говорю, там, это самое, не знаю как, а вот, а почему ты флешка говоришь? Я говорю, что-то, ну, нравится, да и все, вот я говорю. Для русского языка очень легко это произнести, флешка. Чем там говорить, там USB драйв там или пен драйв там. А как еще по-русски назовешь флешку? Ее так и называют флешкой, по-моему, все. Флешка, флешка, флешка. Кто флешка, кто флешка? Кто через D, кто через F? Да, тут, ну, принцип-то понятен. Так это как я помню, когда я еще в школе учился. Сейчас должна уже записать. Пока словно смотрели, как пишется. А порой кладовочка на 4 гигабайта там в 2-3 раза дольше пишется, чем сама это самое, самый заобраз. Так что я уж сейчас ее создавать, как говорится, не буду тут, не до того. А потом, если раз... Да, это мы же проверять не будем, сразу попробуй зайти. Ну, можно, ради бога. Так, подождите, сейчас еще. Все, следующий. Отмена, нет. Больше не надо. Перезагружайтесь, давайте посмотрим. Давайте, будем пробовать. Можно? Ну, давайте. Что лучше поставить? Зенвидовский драйверов там, я знаю, как он, менеджер драйверов запускаешь. И он там пригожен, скорее всего. Какой лучше ставить? Препроетарный или первый, или открытый? Ну, самый большой там, как я понимаю. Сейчас глянем. Что-то единичку? Это ваша сборка, у вас единичка. Вот этот рекомендованный. А, то есть все-таки лучше вот этот ставить? Не обязательно, давайте посмотрим. Здесь свободно. Давайте посмотрим. Флешка после перезагрузки все равно все встанет на старое место, а мы спокойно можем, не боясь, проверить. То есть после перезагрузки вы флешку загрузите, у вас опять будет стоять xserver.org. То есть мне сейчас, если Linux зайти, сейчас надо, сейчас вы посмотрим, какой брать, да? У меня все время тут вот смущал.
Ну, рекомендованные, ставьте рекомендованные, если он, как говорится, позволит вам поставить, почему бы и нет. Ради бога. У меня, по-моему, свободный стоит. Но я, честно говоря, как-то даже и не заморачиваюсь, я особой разницы там и не вижу. И видеоролики вы мои все видели, сделаны на свободном. Ну, то есть свободный, да? Посмотрите, что для вас лучше будет. Попробуйте. Попробуйте на свободном, попробуйте на таком. Кому какая разница? Ну то есть менеджер программы или как-то менеджер приложения, он и откатит там. Ну вот сейчас мы ставим, допустим, рекомендованные. Если вы даже на жестком диске будете ставить рекомендованные и вам что-то не понравится, вы снова перескочите на свободный, да и все. А кому какая разница? Ну, надо как, удалить на карте. Да никак, просто нажать на X свободный, он вам его запустит. Вот и все. А тут удалить, да? Да, вот он уже написал. Установки его, видите? И вот здесь, значит, вот уже надо смотреть. Значит, тут профайл. Enable, да. Тут что? Ну, сохранить изменения. Давай, пусть сохраняет. Какая разница? Еще раз нажал. Так, вот еще есть тут settings конфигурация. Отображать статус бар там, ну и ладно. Сохранить конфигурацию. Где там он предлагает хранить вот здесь. С такими-то параметрами. Да ради бога, нажмем на ОК. И нажмем на выход. Ну так а чё? Ну вот. Теперь нажмите волшебную комбинацию Ctrl Alt Escape, освежите экран. Запуск, а вот исчезла надпись. Какая? Сама, ну запись, что в режиме. А, ну это только, по-моему, при загрузке она возникает. Ну, в принципе, вот посмотрите, у вас абсолютно нормально и все здесь сделано. Программа для записи с экрана тоже уже настроенная, выставлены все необходимые настройки. Я единственное беру, вот делаю 25, потому что съемка у меня не скоростная. Ну, съемка не скоростная, зачем мне это самое нужно, там лишнюю частоту добавлять. А вот у всех может быть разные директории, поэтому тут надо смотреть, у кого как. Допустим, вот у меня, видите, указано user, а у вас уже идет серк. И поэтому у вас уже вот здесь сохраняться не будет, потому что у вас просто нет юзера. Поэтому идете в Сергея. Идете в видео и нажимаете сохранить. Вот теперь у вас, видите, тут появился Сергей. Идете дальше. Можете там что-нибудь там начать там записывать. Остановили. Ну слабо что ли? Ну да, тихо. Но я сейчас погромче сделал, чтоб писал. Сейчас-то должен нормально писать. Ну, сейчас проверим. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик гулять.